Обучение провели активисты регионального штаба «Молодой гвардии», а также представители организации из федерального центра Александр Толмачев и Артем Петров. Вместе с профессиональными юристами молодогвардейцы обучили ребят основам работы на выборах в единый день голосования в сентябре. Ученикам рассказали, как правильно организовать наблюдение и экзит-пол, а также что делать, если заметил нарушение. Это федеральная акция, которую «Молодая гвардия» запускает второй год подряд. Вот. Соответственно, в прошлом году у нас выборов в регионе не было, а в этом году у нас большое количество выборов. То есть это и выборы в Тамбовскую городскую думу, и выборы губернатора. Вот. Соответственно, мы как организация молодежная, как организация, приближенная к политической сфере, мы, безусловно, настроены на то, чтобы обеспечить чистоту и открытость голосования с 11 по 13 сентября. Обучение в школе молодых наблюдателей прошли около 70 человек. Прежде чем пригласить ребят на урок, с каждым из них провели собеседование. Впрочем, каких-то особенных критериев отбора не было. Главное условие для общественного наблюдателя на выборах – быть совершеннолетним.